Всем привет, с вами Аленка Блок, Виктория Харлопиду. Да. В один день мы записываем два видео, ну кто знает, может быть еще три запишем. Решили мы сделать слепой затест. Это первый мой слепой затест. Виктория мне поможет, она сейчас пойдет, наложит Елизавету, сумка, Елизавета. Прекрасная. Да, да. А она положит какие-то из моих духов, а я их отгадаю. Да, да. Я пошла? Давай, я пошла. Окей. Ее нажала. Но все по-честному. Да, я глаза закрыла, завязала платком, ничего не вижу. Ой, макияж останется весь на платке. У меня аж сердце. Ой, у меня самой волнительно. Начинаем. Покажи там, чтобы видели, какой. Ты что, уже поднесла? Да. Уже. Чуть, да? Сейчас. О. Бумажку дашь? Да. Держи бумажку. Держи сюда. Ой, спиртяга. Как так можно? Очень что-то знакомое. Вот именно. А что это? А что это такое? Что такое знакомое-то? Шанель это. Шанель и премьер. Вот, все. Да? Да! Ура! Ой! Уля! Какая вы талантливая! Слушай, Альдегидина, Шанель, все, да. Очень такой знакомый. Очень знакомый. Так, хорошо. Прелестно. Сейчас, еще, знаешь, кофе надо было эти приготовить. А вот говорят, это все обманка. Да? Лучше чуть-чуть водички. Вот так вот, девочки. Ну, говорят, девочки. Обманки. Обманка вроде как. А вот так вот еще. Ой, теперь все. Сейчас. Ну, сейчас я перебью, подожди. Давай. Ой, я ничего не трогаю. Ой, это хорошо так что-то. Это... А, это бланш. Это очень хорошо, бланш, моя любимая, да. Чистота. Какой же это бланш? Это не бланш? Это не Байреда бланш? Разве? Да, в студию. Все призы в студию. Даже без бумажки. Без бумажки она. Угадала, без бумажки. Но сейчас мы будем посложнее. Давай сложнее уже. Ну, сейчас вот прям. Слушайте, ну Шанель-то на бумажку пришлось нанести. Это вообще это. Бывает. Бывает, Оля. Кризис. С кем не бывает? Кризис. Жанра. Угу. Мы напишем. Нюхай. Поднесла. Эротизм. Ой, какой эротизм. Давай на бумажку. Хорошо. Эротизм на бумажку. Кожаный какой-то аромат. Кожаный. Ну подожди, сейчас. Кожа такая. Угу. Бумажку даешь? Бумажку? Да, на, держи. Сейчас. Ой, красивая кожа. Ой, май гад. Эротика, секс. Ну, это Луи Виттон. Дан Люпо. Снова угадала. Призы в студию. Все призы, ну, Оля, в студию. Вот все. Интересно угадывать, конечно, ароматы, которых у тебя нет. Но, с другой стороны, не сразу вот угадываешь. Ну, интересно. Да. Все равно. Видишь как? А мне казалось... Ой, у меня даже ладошки вспотеют. Секс, да? Далеко, да. Да. Ой, ну это ты сразу. Это даже я. Нет. Так, подношу в студию. Ванилин какой-то. Ой. Ой, ванильная, ну же депошечка моя любимая. Да? Вот и нет, Оль, подождите. Ты не же депо? Нет. А, ну давай тогда на бумажку. Держи. Я покажу. Как это так? Ольга! А, ну, ну тут это молочный сандал этот, дриска ванота. Молодец, видишь, на бумажке надо, а вот так? Не, вот когда вот так вот подносишь, да. Непонятно. Молодец, все равно угадала, все равно, приз. Ты вся, взяла мои самые топовые, надо было снежных полок. Зачем? Так неинтересно, да? Мне даже так не было, было бы неинтересно. Зачем снежный полок? Подожди. Что, эти что ли легко угадывать? Легко. Ой, сейчас. Вот это будет очень сложно.
угадать. Очень сложно. Угадай с трех букв. Хорошо? Три буквы? Да. Знаю такое слово. Угадай с трех букв. Ты уже поднесла мне что-то? Да. Не, давай это. Хорошо, бумажку. Слушайте, вот такой странный. Нос тыкается вот в этот пульверизатор холодный. Да. Мне кажется, что да. Вот как только глаза закроешь, нужно что-то больше. Ребята. Интрига. А это вот интересная интрига такая. Потому что это, наверное, давно не это. Но это не портрет. Нет, это не портрет. Нет, портрет он такой. Нет. Хотя, говорит Вика с открытыми глазами. Портрет, ну здрасте. Я портрет бы угадала бы. А что это? Это у меня такой дух есть, да? Да. На первых полках. Ну ты не подсказывай. Ну сзади она. Сзади стоял. Ну что ты подсказываешь? Нифига себе, у нее 300 духов, я ей подсказываю. Как тебе подсказать-то? Я бы даже не хотела бы, не могла бы подсказать. Еще раз покажу публике. Покажи. Что мы здесь угадываем? Ну что это? Это какой-то... Ну давай, Оль, Это не лютанс. Нет. Не лютанс. А что это, я не знаю. Даже не близко, да? Даже с именем, тоже и с номером. Ладно, давай следующий, давай. Хорошо, это интрига. Вот это интересно. Ну, потому что он такой, я бы сказала, он сложный. Он сложный, но как будто бы вот он и на это похож, и на это похож, непонятно. Ну, может, ты и права. Что ты на это похож, на это похож. Так, а это я сама себе, как будто я вот прям узнаю я или нет. Так, сейчас я прям профессиональная теперь. Ты профессиональный слепой затестик. Да. Зовите Шик. Меня. Девочки, да. Зовите. Так. Я вам буду... Давай, держи, я тебе даю бумажку. Да, на бумажку. Ну-ка. Ольга, давай, Ольга. Ольга. Все, мой нос сломался, ребята. Раз, два, три, четыре, пять. Да. Слушай, может, действительно, вот пять и все? Нос сломался, наверное. Ну это Ком де Гарсон. Какая она талантливая, талантливая. Ну, кстати, с бумажки он звучит очень странно, и я только вот эта гарсоновская база такая чумовая, странная. А есть, правда, у разных домов? Все похоже, да. Да. Похоже, можно вот прям сразу угадать. Ком де Гарсон так прям вообще. И последнее. Ну, потом мы еще вернемся к этому. Хорошо. Загадочному мистеру 5 или 6. 6, 5. Раз, два, три, четыре, пять. Угу. Молодец, ты помнишь. Так. Ля-ля. Бумажку ты мне даешь? Сейчас вот даю тебе бумажку. Вот это вот я бы никогда бы не угадала. Кого? Это такая вот, давай нюхай. Потому что это на бумажке, он как бумажка. Я в конце, знаешь, Оль, я тут вот... А это моя новинка, Диес Эндурга. Это... Какая же она талантливая! А знаете вообще? Какая подруга. Да, интересная. Классный, вот мне нравится. Ты знаешь, меня напоминает... Вот сейчас я... Ой, на Самата. Самата, да? Mm-hmm. На Самата. Mm-hmm. Ну. Вот этот новый? Да. Нет, старый на Самата этот, помнишь? Опиум. Курить. Как он называется? Барон. Черный. Блатавган. Афгана, да. Вот даже. Прям, да. Так, возвращаемся. Класс. Так, не расслабляемся, Ольга, не расслабляемся. Вот вспоминаем, давай, уже... Вот, ну, товарищ. Давай, пятого товарища. Давай его еще обнови. На, держи. Держи. Вот он. Вот его бедного, ну как-то вот он такой. А что вообще какая-то пудра пошла? Что это? Оль, ну ты знаешь, вот 6 из 7, это хорошо, давай семерку, давай, вспоминаем. Все, у меня коллапс. Ну подожди, я даже не могу вспомнить на полке, что у меня стоит, говоришь, верхняя полка. А я помню, там у меня стоят лютанцы. И там сзади. А я не помню, что там сзади. Взаду дыхание сперло у нее. Хм.
Но это вот у тебя были, ты прям вот ходила, их нюхала, тебе даже вот это клеили. Это я тебе помогаю. Клеили мне. О, это Иланг 49, представляете, не угадала. Нет, это потому что мне Вика сейчас подсказала, я бы не угадала бы его. Ни в жизни. Вот видишь, давай рассказывай. Ни в жизни бы не угадала, потому что на бумаге вообще какая-то фигня получилась. Как-то... Слушай, ну на бумаге он вообще фигово звучит. А на коже-то он как горячий, красивый. Все, могу снимать? Да, давай я тебе сниму. Прям такая. Молодец, Уля. Какая ты молодец. Вот так вот. Молодец. Молодец, а мне нужен холодный компресс. Да, у тебя все потекло. Я плакала. Начала плакать. Молодец, 6 из... Видишь, даже самые те, вот даже вот Шанелька, вот как-то... А на бумаге? А на бумаге по-другому. Молодец! Оля, молодец! Давай, давай. Аж вспотела, да? Вспотела, ладони вспотели, глаза потекли. Да, да. Все потекли вообще. Нет, ты сексуально, у тебя все из этого. Вот он. Дан Люпо, да. Кстати, вот он вообще, конечно. Вот, знаешь, ты мне поднесла его к носу, и я думаю, неужели у меня такая красота вообще есть? Это просто шедевр. Видишь, как просто. Кстати, Викин подарок был. Да. Только какой-то простой шедевр. А у меня все это сумки. У тебя сумки. А у меня вот кожа, но там еще там дофига всего помимо кожи. Класс. Оль, смотри, какая ты молодец. Молодец. Потому что они не из этого. Ты такая молодец. Я же даже это... Ты волновалась за меня? Я так волновалась. У меня в сердце прям стучится. Я хотела, чтобы ты все нашла. А я и нашла. Молодец. Иланг не нашла, понимаете? Плевать. Вот Иланг как-то не угадал я. Ну, видишь, ты его давно и... Ну, он такой, наверное. Не, он классный. Я люблю его. Но не угадал. Ну, все. Бывает. Молодец. Поаплодируем. Все призы в студии. Наш первый слепой затест прошел успешно достаточно. Да, я бы сказала. Пишите, комментируйте. Прикинь, ты бы ничего бы не узнал. Тоже было бы интересно. Как я не могла не узнать и ничего из своих духов? Того, что я, в общем-то, знаю. Как бы это... Я бы очень такого... Хочу бы хотела бы. Взяли, ничего не угадали.